Движение маломерных судов по Казанке на время проведения Кубка Конфедерации могут вовсе запретить. Окончательное решение о сроках ограничения пока не принято. Еще не подписано постановление Минтранса России, но в течение сезона будет установлен особый контроль за катерами и лодками, особенно в местах массового отдыха людей. Нельзя управлять маломерным судном, не зарегистрированным в самом порядке, судном, которое не прошло технически освидетельно, судно, которое не несет бортовых огней, переоборудование без соответствующего разрешения, переоборудование с нарушением норм загрузки, пассажир вместимости, ограничений проемных условий плавания, без удостоверения на право управления маломерным судном, а также состояние алкогольного опьянения. В прошлом году специалисты МЧС Татарстана были обеспокоены количеством утонувших в водоемах детей. Во всех школах и лагерях были проведены уроки безопасности на воде. В рамках бесплатного обучения детей совместно с Министерством образования Республики Татарстан начали работы по проведению акции «Научи плавать». Будем мы проводить и с открытием детских оздоровительных лагерей. А так работа, она организована. После этого вышло соответствующее распоряжение правительства Республики Татарстан и организовано бесплатное обучение детей именно в бассейнах по плаванию. В этом году официальными местами отдыха исполком города утвердил 7 пляжей. На них будут установлены спасательные посты, буйки и обследовано дно на наличие острых предметов. Поднимая общее спасание на водах, мы все-таки решим вопрос обеспечения безопасности людей на воде. И в летний период у нас гибель людей должна все-таки резко уменьшиться. С 1 июня по 1 сентября на этих пляжах каждый день будут дежурить спасатели. Периодически территории будут патрулироваться полицейскими. Открыть купальный сезон могут и раньше. Все зависит от температуры воды. И чтобы избежать несчастных случаев, спасатели рекомендуют использовать спасательный жилет. Регина Розакова, Роман Фенин, телеканал «Эфир».